ближайший поселок. Все, мы прошли пустые земли. Отдыхаем! Сразу в бар! А чем мой тебе плохо? Хочу нормального кукурузного пойла! Пап, ты думаешь, они нам помогут? Это ж бандиты! Даже бандитам надо кушать и пить. А судя по их тачкам, они откуда-то издалека. Отчего ты стоишь здесь, как памятник самому себе? Нечего мне в деревне делать. Что так? Выгнали? Ага, выгнали. Кубинцы пришли с юга. Вырезали всех. Некому было нам помочь. Ну что ж, дед, сейчас мы им покажем, чей ствол толще. Они ответят за твою деревню. Зажигай, крошка! Еще возьми! Лайл, освети обстановку, не хочу воевать слепую. Значит так, они ничего не подозревают, пьют и веселятся. Кони спят, пьяные, хлопцы запряжены. Чего? Сам не знаю, что бы это значило. Чего-то накатило. Если вы ударите прямо сейчас, перебьете их всех, однако. Это я люблю, нет ничего лучше, чем резать беззащитных. Снайфи, ты в детстве, наверное, мухам лапки отрывал. А чего? Снайфер прав, зачем рисковать? Это не по-рыцарски. Нет ничего вкуснее сильного врага. Мэтью, ты меня пугаешь. Это меня прет не по-детски перед битвой. Ладно, пошли резать этих куропаток. Погодите, они хоть и перепились, но при первых же выстрелах рванут к тачкам. Это не простые бандиты, у них дисциплина ого-го. Не боись, завалим всех. Не надо всех. Там же мои люди есть. Вы поосторожнее. Ладно, ладно. Мэтью, скажи чего-нибудь эдакого. Storm the front. Так, Total Annihilation. Очистить территорию от вражеских войск. Освободить заложников в 5 точках и очистить территорию от вражеских войск. Так, распределяем чуваков. Кстати, я? И не сидят на своих местах. Брэд. Так. Давайте. Да-да. Старикан в свой да бар, как обычно. О, ты попал в меня? Короче, самых сильных. Я-я! Героев садим по тачкам. Я постараюсь. Кайл. Брэд. Так, а Брэд у меня будет в качестве разведчика, по крайней мере, первое за время. За честь. Брэд в качестве разведчика. 50? Так, самые крепкие тачки Ctrl-1. Все дальнобойные тачки у нас Ctrl-2. Что такое, я не понимаю. А, подождите, водил-то нету в некоторых тачках, я смотрю. Так, мне... А, да. Понятно. Чуваки сидят в ремонтной тачке, выгружаем их наружу. Конечно. Мы койоты. Да, подождите, нет, ну эти тачки... А вот тачка без экипажа. Да. Да. Так, я предлагаю... Сделаем. Вот этого здесь. Очкарика. Вот этого очкарика. Здесь. Все-таки посадить за руль. Конечно. Двоного грузовика, пускай он будет у нас. Не тачки. Михас? Ctrl-9 ему. О, ты попал в меня? Так. Это дальнобойные чуваки. Редрамы. Ом, это ракетницы и минометы Thunderclap. Это да, милый. Дальнобойные тачечки. Мы койоты. Здесь. Так, причем я вот эту тачку тоже, наверное, здесь отнесу. Нет, эту тачку я пока что Ctrl-1 добавлю. Бонни. Да. Так, Ctrl-2. Так, ну все, вроде поделил чуваков. Да. Значит, в разведку у нас на идет. Что? В разведку у нас идет. Хотя, в принципе, давайте попробуем грубой силой действовать. Вообще, вот. Просто ворвемся на вражескую территорию. Все разом. Толпой. И попробуем просто там всем навалять. Как вам такой вариант?
Погнали. Если не получится, загрузимся, ничего страшного. Еще один запрос. Кажется, все почти. Ох, спасибо, вы вовремя. Так, мы даже крякнуть не успели. Тормоза. Так они же рации в машинах оставили. Откуда им было знать, что мы сюда нагрянем? И такие уж они дисциплинированные. Мужики, чего с них взять? Так, первую точку мы зачистили. Так, сейчас главное... Ох. Так, я вижу здесь сопротивление, друзья. У нас сопротивление. Так, дальнобойные юниты, причем попали под раздачу. Я немножко не ожидал, что будут нас убивать. Так, загружаемся, чуваки. Я потерял супертачку. Короче, я не ожидал, что будет нападение с той стороны. Вот, поэтому я просто... давайте... И у меня оказалось так, что дальнобойные юниты оказались под огнем. Их расстреляли. Нужно дальнобойных и более слабых юнитов оставлять. Здесь. Сделай. Мы койоты. Оставлять в безопасности. Да. Так, вот теперь уже начинаем отрабатывать. Блять, и все равно они вынесли мой супер бронированный джип. Да что-то творится, блять, я не пойму. Окей, ладно, давайте тогда старой доброй тактикой разведки местности, блять. Походу так не получится. Слишком большие потери, тут еще какого-то героя завалили. Мига. В режиме ускорения вот этот чувак будет ползать, разведывать обстановку, будем крыть с большой дистанции. Да. Другому я не знаю, как тут действовать. Мигом. Нахрапом не получается, как видите. За честь. За честь. Так, вон я вижу, нарисовались эти мерзавцы. Давайте попробуем дальнобойными войсками атаковать. Тихо. Не так быстро, блядь. Я не успеваю так реагировать. Так, этого вроде завалили. Ух. Так, того тоже завалили. Так, дальнобойные тачки отходят. Водителей тачек мы расстреляли. Но сейчас придет подкрепление, друзья, поэтому... Поэтому сейчас нужно быть готовым отражать атаку. Да стой ты, сука, блядь, ты как куда так далеко-то поехал, блядь? Кони. Да я за пол-литра. Снайпер. Конечно. Может быть, попробовать сагрить их как-то к нам? Попробуем сейчас сагрить. Они же контрнаступают через какое-то время, правильно? Опа. А вот они, кстати, уже тут как тут. Так, а где чувак, который подсвечивает? Подсвечивает вон этот тип. Так, надо его поближе сюда подтянуть. Стоять. Сейчас мы будем их крыть с безопасности. Дальнобойными. Блять, этот хер слишком далеко уполз. Вращаем его. Да стой ты, блядь. Да. Короче, походу придется зарубаться. Блять, их тут просто до хрена. Да ёб твою за ногу, я тачки теряю только так.
Блять, это была мощная контратака. Честно говоря, я не ожидал в начале прохождения миссии. Я потерял крутую крепкую тачку, пока этот хер ползал непонятно где. Так, мне придется сейчас потратить ресурсы ремонтного грузовика на починку. И хвариков нету. Вот этот хаммер чиним. Да ёп! Задрали! Так, нет, в первую очередь все-таки чиним камеры. Все вот это вот редрамы, честно говоря, это все туфта. На них я ресурсы ремонтного грузовика тратить не буду. У нас есть водители, но у нас нет такого количества автомобилей, куда их можно было бы посадить. Вот куда я должен его сажать? Тут все разбито. Вот у меня есть три водителя. Вернее, даже не три, а сколько их тут? Больше. Так, давайте время ускорим, чтобы быстрее он починил. Так, вот этот камер тоже чиним. Так, починили хаммер. Так, чинить редрам, я не знаю, есть ли смысл. Мы койоты. Угля. Да прыгался. Я почти... Нет, даже крякнуть не успели, тормоза. Так они... Ну, тут одни и те же фразы. Короче, вот только сейчас я захватил эту точку. Только сейчас. Но я ни одного автомобиля, к сожалению, не получу с этой точки. Да. Ни одного. За честь. Потому что все автомобили, которые тут стояли, потеряны в бою. Я их даже не захватил. То есть они, видимо, под раздачу попали, то ли водители добежали, я хрен знает. Тачек нету, к сожалению. Так, дальше я пойду вот к этому ранчо. Поползу, если быть точнее, к этому ранчо. Да. Бонни. Так, вроде тут все тачки целы. Вот кроме вот этого редрама, я не знаю, надо ли его чинить. Учитывая, насколько слабо он бронирован. Ну, давайте починим, хрен с ним. Давайте починим и редрам этот. Драгоценные ресурсы грузовика. Михас? Так ресурсы грузовика уже закончились, ребят. Я ж только начал играть. Уже закончились ресурсы грузовика. А, ну я понял. Видимо, чем круче тачка, тем больше она расходует, грубо говоря, его ресурсов. Жесть. Жесть, что могу сказать. Так, Михаса надо куда-то спрятать, иначе это... Кстати, пехоту надо на всякий случай собрать. Давайте я пехоту на всякий случай соберу в эту тачку и спрячу где-нибудь на конце края. Да. Края, то есть, если что, у нас будут запасные водители. Так, там что-то как будто бы происходит, или мне кажется. Так, там кто-то ездит. А, тут постоянно ездят патрули, ребята. Это очень неприятные чуваки, скажу я вам. Очень неприятные ребята. Вон они катаются, видишь? Стрелили. Так, ну на ускоренном времени я сейчас стрелил. Ну и хорошо, что подстрелил. Ох, что ли. Так, сейчас надо быстро будет захватить, по-моему, вот это ранчо. Тоже надо действовать синхронно как-то, что ли. Так, давайте я сейчас выстрелю войска. Ну что? Где этот мой ползун, разведчик? Да. Сейчас сделаем. Леваль! О, ты попал в меня? Йоу! Лады. Да. Да. Кайл. Конечно, сладенький. Так, где этот разведчик мой? Пускай ползет на разведку. Мигом.
За честь. Мигом. Очень желательно, конечно, тачки не потерять. За честь. Которые вот здесь вот стоят. Так, давайте дальнобойными попробуем долбануть по ним. Так, готов. Правда, там зацепило и своих. Ну, хрен с ней, мне столько водителей не нужно, в принципе. Труп. Мы столько тачек не захватим, чтобы всех этих водителей использовать. Да. Здесь. Кажется. Так, хорошо. Да. Мига. Одного гада вальнули с дальней дистанции и безопасно. Так, он еще один стоит. Подстрели. Стрелили. Все. Ну что? Так, вот эту тачку мы сейчас должны будем занять. Да. Да. Даже две, вон еще одна тачка. О. Опа, его пристрелили, загружаемся. Подставился, потому что обзора-то нету за этим зданием. Да. За честь. Я не понял, откуда его пристрелили-то сейчас? За честь. Вон этот гад. Надо первым по нему стрелять. Спасибо, конечно, но я уж и помолиться успел. Так вы тут бомбили. Ты живой? Живой, вот и радуйся. Так, занял я еще одну базу. Так, захватываем вот эти грузовики. Тачки, вернее. Того у нас теперь на две боевые единицы больше. Отлично, друзья, отлично. Так, я зачистил таким образом уже второе ранчо, захваченное бандитами. Хотя мы тоже, кстати, бандиты так-то. Так, выдвигаемся. Следующий район. Надо проверить бензонасос. Сколько можно? Также я сейчас разведаю обстановку. Попробую с безопасной дистанции расстрелять негодяев. Так, здесь. Более слабых чуваков надо как можно дальше куда-то спрятать, отвезти, где их патрули не найдут. Пока отдыхаем. Пока они вон там пустуют. Так, а мы тут проводим разведочку. Опс, стоп. Так, это пустая тачка и это пустая тачка. Скорость игры надо немножко убавить, а то я... За честь. Не успею среагировать. Так, вон этот негодяй стоит. Так, давайте врываемся, наверное, на территорию. Здесь. Сделай. Только не так быстро. На обычной скорости врываемся. Кажется, все. Подстрелили. Так, вон еще бандитик бегает. Туда срочно. Дайте я вам в ножки упаду, спасители наши. Ну упади, не разбейся только. Хана мне. Так, зачистили третью точку. Сейчас, скорее всего, я подозреваю, будет мощная контратака. Нужно приготовиться. Так, давайте резервный сейф сделаем. Так, мне сейчас нужно быстренько вот этих чуваков раз... Блин, они до сих пор, что ли, не перешли под наш контроль? Не понял, мы же захватили вроде. Сейчас может быть контратака, надо вот эти две тачки... Надо проверить бензонас. Блять, они до сих пор... Так, подождите, мы до сих пор не захватили, прикиньте. Банк! Как Анся!
А, вон они бегают, тут еще враги бегают. Стрелили. Тихо-тихо, спокойно. Блять, до сих пор мы не зачистили, ребят. До сих пор мы не до конца зачистили всю эту территорию. И потому что я не могу... А, все, все, я могу выделить этих чуваков, и таким образом... Васп — это еще одна дальнобойная штука, ее тоже нужно в Ctrl 2 добавлять. Захватываем, пока они не очухались, вот эти тачки все, стоящие здесь. Три штуки. Так, Лид-Карьяш — это тоже крепкий танк. Довольно крепкая тачка, тоже захватываем. Если успеем, сейчас может подойти подкрепление. Тогда мало не покажется. Да. Да. Так, этих чуваков прячем в домах, либо можно в бар посадить. Давайте в бар посажу их. Да-да. Здесь. Так, итого я захватил еще три тачки. Здесь. Еще три тачки. Осталось последние захватить. Последний вот этот вот чекпоинт. Потом после этого будет мощнейшая контратака. Я сразу здесь говорю. Я же миссию проходил уже. Я знаю, как это работает. Зачем? Так что тут легкой прогулки точно не будет, могу сразу сказать. Нужно действовать максимально дальнобойными юнитами. Я думаю, что из отряда Ctrl 2. Кайл. Да Койоты! Так, давайте выстроимся в линию. Как скажешь. Чтобы самые крепкие тачки стояли где-то впереди. Да! Я Мэтью. Сейчас. Вот, а мини... У них будет Ctrl 1, а у мини крепких тачек будет Ctrl 2. А вот самых дальнобойных будет Ctrl 3. Наверное, вот так вот, мне кажется, надо действовать. Потому что те же Редрамы, они все равно слишком близко подходят к противнику. И таким образом подставляются. Вот Васп, это вот бандитский аналог Редрама. Ему тоже, пожалуй, Ctrl 2 я дам. Что? Так, вот эти чуваки Ctrl 2. Здесь. Со всеми этими Редрамами. Койоты! Так, а супер дальнобойная артиллерия. Что? Так, супер дальнобойная артиллерия. Это у меня система залпового огня, хом, и миномет и Thunderclap. Вот это вот у меня будет Ctrl 2. Да что так, это будет Ctrl 3, ребят. Я перепутал. Так, Ctrl 3. А вот эти все типы будут Ctrl 2. Койоты! Ctrl 2. Да! Пока отдыхаем. Койоты! Да! Так, ну чё? Койоты! Теперь мне надо кого-то отправить на разведку. Ну, а что? Этот будет наш чувак. Наш главный герой Брэд. Штурм последнего укрепрайона — это самое сложное. Сделаем. Просто это уже проверено. Я же прохожу миссию второй раз. Там будет такая контратака, зачесть, что охренеешь. Там после этого будет дана команда зачистить всю карту. Там будет тьма. Тьма врагов. Да. Так, резервный сейф делаем. Да. 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 Мигом. Ран, где враги-то все? За честь. Да. Ран, врагов не наблюдается. Да. Угу. Так, вот две тачки, которые гипотетически можно сохранить. Так, ну давайте я попробую, наверное. Да что ж такое? Атаковать дальнобойными чуваками вот этого гада. Тик-тик. Да куда вы несетесь, блядь? Ну, скорость увеличена, потому что понятно. Надо проверить бензонасос. Блядь, чё он попёрся-то, я не пойму. Это вообще разведчик, блядь. Его не должно быть во втором отряде.
Он должен быть в третьем. Он должен быть в третьем отряде, ё-моё. Так, ладно, хрен с ним, он уже заехал. Может быть, он сейчас зачистит всю эту локацию. В одиночку. Ну-ка, от пеших врагов. Так, вся вот эта дальнобойная история пускай отходит. А вот этот тип пускай попробует зачистить. Надо проверить бензонасос. Там живые остались? Пустите меня, я им кишки на шею намотаю. Не, некому уже. Ишь, наматыватель кишок. Так, здесь походу тоже практически дело сделано. Конечно. Так, отходим и отводим эту разведывательную машину. Да! Так, здесь какой-то замес. Я слышу звуки стрельбы, или мне кажется. Так, захватываем вот эти тачки быстренько, пока никто не очухался. Они мне позарез будут нужны. Надо проверить бензонасос. Что? 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 Конечно. Так, тачки захвачены. Терял кучу этих бомжей, но, в принципе, мне больше захватить будет нечего. Поэтому, в принципе, мне хватит этих водителей. Брэд. Так, Брэд. Ну что, теперь нужно, я думаю, Брэда сажать в какую-то тачку. Что у нас тут? Почему у меня вот здесь вот тачка стоит? Хер пойми где. А, у нее третий. Койоты! Я понял. Третий номер. Так, выдвигаемся, короче. Да. Сейчас будем потихоньку выдвигаться. Яволь! Да! Да я за пол-литра. Что? Сейчас нужно будет мощно встретить противника. А где вторая ракетница залпового огня? Блять, этот чувак почему-то не выбран Ctrl 2. Этот почему-то в Ctrl 1 отсутствует. Ё-моё. Я растерял тут со всей этой вознёй, то ли с пересадками. Растерял кучу технику. Так это вообще разведчик. В принципе, Ctrl 2 его можем добавить. А, так он пустой. Так, эту тачку захватываем. Ресурсов ремонтного грузовика уже нет. Койоты! Нет, этому чуваку Ctrl 2 даем. Да. Я растерял типов по всей карте. К финальному сражению нужно всех собрать. Вот, вот, кстати, тачка стоит брошенная, никчейная. Захватываем ее, конечно. Это ВАСП, это аналог Редрама. Да! Во второй отряд его присоединим. Что? Всегда готовы, койоты! Блин, у меня все позбивались, все настройки отрядов, черт подери. Койоты! Все настройки отрядов позбивались, ребят. Койоты! 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 Что по новой настраивать, блин? Мы позбивались, не знаю. Здесь! Что? Так, это у нас Ctrl 2. Ctrl 3 вроде бы... Нет, тоже не все выбраны. О, господи. У меня Ctrl 1 не выбрано, что ли? Блять, да что здесь происходит, блять? Да почему все так сложно? Мой генерал. Ctrl 1. Надо проверить бензонасос. Что? Блять, как сложно-то? Как скажешь. Койоты! Так, это Ctrl 3. Супер дальнобойный. А почему Ctrl 3 не выделяется? Почему у них Ctrl 2 висит? Я вот не пойму. Я нажимаю Ctrl 3, но нихера. А, нет, вроде тройка у них. Так, эти что? Ctrl 2 вроде бы. Йоу! Койоты!
Блять, всех сейчас по всей карте собирать, все эти юниты. Какой геморрой. Тоже Ctrl 2. Блять, я жму Ctrl 1. Что они? Койоты! Так, вот этой толпой сейчас нужно будет всех разносить. Но внимательно следить, чтобы никто из героев не погиб, естественно. У нас осталась цель Total Annihilation. Очистить территорию от вражеских войск. То есть вынести вообще всех. Чертям собачьим. Это довольно будет непросто сделать, скажу сразу. Сейчас сделаю. Потому что врагов сейчас попрет просто немерено, проверено. Этот парень сейчас огребать будет конкретно, первым лезет. Ну в нем героя в принципе нету. Сейчас. Честно говоря, мне непонятно, а где все враги-то? Койоты! Почему я катаюсь и тут никого не наблюдаю? Очень странно. Давайте по периметру вот так вот обойдем сейчас территорию. Уже! Койоты! Так, вон кто-то там нарисовался. Он нас не видит. Так, вот этого типа отводим в сторону. Кажется, он... Вон они стоят, все гады. Вон они все стоят где. Так. Готовим оборонительные позиции. Выстраиваемся в линию. Сейчас будем... Сейчас будет замес. Вон они там все стоят и ждут нас. Да. Конечно. Койоты. Да. Конечно. Что? Самые крепкие тачки туда смотрят. Сейчас будем их как-то пытаться... Стой, сука! Конечно! Стой, сука, куда ты поехал-то, блядь? Сейчас будем их как-то пытаться сагрить в нашу сторону. Койоты! Конечно! Койоты! Кайл, сейчас сделаю. Да! Так, все остальные. Да. Второй отряд. Конечно. Стоят позади. И третий отряд стоит в самом позади. Да. 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 Койоты. Конечно. Так, теперь сейчас надо вот как-то вот их сагрить, умудриться. Брэд. Где мой Брэд? Брэд разведчик. Зачем? Может быть, мы их накроем огнем дальнобойной артиллерии. В том числе и реактивные, почему бы нет? Ну сколько можно? Да. Так, вот смотрите, вот они стоят. Попробуем их артиллерией дальнобойной накрыть. Надо проверить бензонасос. Конечно! Блять, и куда вы, сука, попиздовали? Я перепутал, загружаемся. У меня дальнобойная артиллерия не на Ctrl 2, а на Ctrl 3 же. Так, мне кажется, блять, я уже кого-то потерял. А, замочили этого моего разведчика, понятно. Разведчик-то у меня это. Его надо после того, как враг сагрился, сразу отводить в сторону, естественно. Если он в нашу сторону погнал, то надо сразу...
отводить его. Так, они куда-то уехали. Так, а теперь они поехали сюда. Брэда отводим в сторону. Так, тут уже замес пошел. Все, тут уже... Тут уже надо действовать. Быстро. Блять, тут замес вот сейчас самый жесткий пошел. Где этот хер, блять? Лишь бы его сейчас не завалили. Но он вроде бы уполз, слава богу. До хрена-то здесь, а? Так, тачки героев, я смотрю, уже уже этот, блядь, грёбаный этот бар разъебали, извиняюсь за выражение. Бар надо увозить срочно в сторону. Если он вообще успеет ноги унести. Подстрелили! Блять, бар не может уехать в сторону, потому что, блять, стоять сюда. Да. Сейчас бару может очень здорово достаться. Ёб твою мать. По новой сейчас будем все штурмовать. Да, милый. Я, блять, вроде так хорошо подготовился, но, блять, по факту... О, ты попал пошло в меня? По пизде. Я Мэтью. Койоты! Да! Брэд! Так, мне кажется, вот этого чувака надо все-таки... Так, давайте я его посажу вот в эту разведывательную тачку. Стой. Нет, вылазь, сука. Да. Что? За место водителя его надо в эту тачку посадить. Это разведывательный автомобиль. Да. У него должен быть хороший... Да. Обзор. Да. Да. Так, и попробуем сейчас это. Вот с помощью этого автомобиля да разведывать. Так, Ctrl-4 я ему дам. Честь. Ctrl-4 я ему дам. И разведывает. Да куда ты, сука, поехал-то, мразь? Ты меня бесишь. За... Блять, ну почему? Вот как вот его заставить не стрелять? Прекратить текущие действия. Нет, он все равно едет, видишь? Держать позицию. А, ну вот держать позицию, только он понимает. Так, начинаем этих чуваков крыть. Дальнобойные артиллерии. Хана мне. Так, того типа завалили, судя по его жалобам. Да. Она мне. Да. Так, вот эти... Да стоять, гад ты такой, а? Да, блядь, они меня спалили. Так, отходим. Встречаем этих чуваков. Так, опять пиздорубка пошла, блин. И тут... Хрен разберешь, чего, как. За честь. Ситуация вообще неконтролируемая совершенно. Так, ну часть положили, но это точно не все. 50? У меня этот чувак в баре, блин, уже при смерти практически. Это хреново. Так, ну что, давайте дальше двигаться потихоньку на разведку.
Там точно есть еще вражеские войска. Мигом. Вон их сколько здесь. Попробуем накрыть артиллерией. Дальнобойной. Кажется. Отлично. Пока хорошо. Я почти. Так, второй пошел. Стоять, гад. Так и лезет он на рожон. За честь. Тихо-тихо, кажется, они спалили нас. Отходим. Спалили, да, спалили. Я почти. Этот хер куда поехал, блин. Кажется, все. Так, хорошо. Пальнули. Брэд. Еще один едет. Хан. Так, тут мгновенная смерть. Так, перебили много. Стойте, блядь. Ну что? Перебили многих. Возможно, даже почти всех. Мигом. Так, вон чувак стоит. Вольфсонг, очень опасная тачка, ракеты не стреляет. Не на большую дистанцию, но очень больно. Брэд, да. Мигом. Еще один тип. Неприятнейший. Только не говорите, что закончились. Блять, у этих чувик у ракетниц закончились, к сожалению, боеприпасы. Ладно, я предлагаю делать финальный рывок. Боеприпасы и у дальней бойни. Хотя подождите, у минометов-то остались боеприпасы, в принципе. Минометами работать можно. Так, того завалили. Минометы продолжают работу. Они, может быть, не так коврово стреляют, но... Да. Да. Так, разведывательную тачку с героем Мига. Брэдом покоцали. Да. Минометом кроем, гады. Стоять, куда ты едешь? Я почти. Так, этот готов. За честь. Он еще там кто-то стоит. Опа, тихо-тихо-тихо, отходим. Там у меня главный герой еще сидит, тем более в этой тачке. Сейчас опасная ситуация. Так, есть, встретили со всех стволов. Все у нас получилось, хорошо. Еще один гад, тихо-тихо-тихо, у нас проблемы. Так, кажется, это финальный замес. Понеслась, кажется. Главное сражение этой миссии понеслось. Так, главный герой, чтобы подальше куда-нибудь отъехал. Мига. Это все? Это все? Это довольно небольшая атака. Возможно, это патруль приехал. Так, но зачистка карты нам не засчитана, да. Значит, продолжаем разведку. Что? Да, здесь. Сделай. Да. Конечно.
Значит, продолжаем разведку, Брэд. Действительно, потому что пока что... Брэд! Миссия нам не засчитывается. За честь. Так. Здесь кто, только что кто-то был. Мигом. Там только что кто-то был. Красная точка, я видел. Да. Походу проехал этот патруль. Только что патруль проехал по этой дороге. Мигом. И был таков. Красная точка была, я прям четко видел на радаре. Так, резервный сейф делаем. За честь. Мигом. Да. 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 И где-то катается патруль, понимаете? Патруль, он Мига. Постоянно кружит по карте. Походу, нам осталось только патруль выловить, и все. Миссия будет завершена. Да. Попробуй этот патруль еще найди. Да. Он колесит по всей карте абсолютно. Была красная точка, это точно патрульная тачка проехала. Мы уже всех убили, тут осталось просто выловить какую-то мелкотню. Мигом. Карта уже зачищена, по факту. Ну, как вариант, можно, кстати, просто на дорогу вывести каких-нибудь чуваков, пехотинцев. Мы койоты. Чтобы они просто стояли и караулили. Вот, допустим, вот этот перекресток караулили. Когда где-то кто-то поедет, станет об этом известно. Вот перекресточек. Тоже серьезный такой. Так, давайте вот на этот перекресточек отправим чуваков. Так, и вот давайте вот на этот перекресток отправим. Так, и теперь надо просто ждать. Надо ждать, когда появится враг, и просто отследить, куда он едет, и перехватить его там на месте. Так, это тупиковый перекресток, здесь стоять нет смысла. Вот здесь пускай стоит чувак. Вот важный перекресток тоже. Может, они вот по этой дороге, кстати, ездят. Так, ребят, нам осталось просто найти гадов, которые катаются по всей карте. Давайте я просто тогда буду колесить толпой. Я думаю, мы их завалим. Давайте вообще всех в одну толпу. Я сейчас выделю Ctrl 6. И просто... А, вон кто-то едет. А, вон. Вот этот гад. И, скорее всего, это последний тип. Скорее всего, это последний тип. Если мы его завалим, миссия будет пройдена. Вы сделали это. Упс, я сделал это снова. Мэтт, зря ты те кактусы жрал. Говорил я тебе, глюкнешь. А ты, будь воина. Это что же, самогон теперь весь выливать? Я ж на них настаивал. Да ты сам посмотри, как его пробрало. Стоп, нам тут благодарность выражают, а вы болтаете всякую ерунду. Одной благодарности пьян не будешь, это только Джейн могла. А как же, гости дорогие, проходите. Сограждане, устроим пир для наших спасителей. Победа, все цели миссии выполнены. Всем спасибо, всем пока.